Активный участник акции протеста в Летнем театре Демьян Ганул вышел из СИЗО. Защита активиста обжаловала решение Приморского суда, который заключил лидера движения «Уличный фронт» под стражу на 2 месяца без залога. Прокуратура, выступающая против смягчения меры пресечения, представила видео событий протеста. По их мнению, Ганул был активным зачинщиком столкновений. Видно, как сам Ганул что-то висловлює в адресу Головіна, який прийшов туди залагодити цей конфлікт, та фактично починає штовхати натовп у сторону Головіна. Це все чітко вбачається на відео. Фактично він вчинив саме ту дію, яка і спровокувала подальший конфлікт. Адвокаты активиста обращали внимание суда, что конкретные доказательства вины Ганула нет. Свидетельские показания составлены предвзято, и многие утверждения являются голословными. Выслушав стороны, суд вынес свое решение. Ближайшие 30 суток активист проведет под круглосуточным домашним арестом. Таким решением довольны и подозреваемый, и его адвокаты. Це рішення краще, ніж попереднє, яке було значно, тому що я буду на свободі, нехай навіть буду на цілодобовому арешті вдома, але це буде свобода. І тільки на місяць, а там я гадаю, що можна буде змінити під особисте зобов'язання. Ну, я задоволений, в принципі. Домашній арест предусматривает 2 месяца нахождения, нам дали всего лишь месяц. Это уже достаточно большая победа. Мы доказали, что может быть необходимо мера пресечения, которая будет более короткий срок действовать, нежели раньше предусматривалось. Во-вторых, ну все-таки есть подозрение, какое оно, правильное, неправильное, но подозрение есть. Следственные действия в настоящее время органам досудебного расследования ведутся. Ну, я думаю, что это как бы может быть не совсем справедливо, но уже я думаю, что мы с этим смиримся. Адвокат заявил, что шансы доказать невиновность своего подзащитного уже на стадии судебного разбирательства очень высоки. Сам же фигурант в сопровождении конвоя отправился домой, где и проведет 30 суток домашнего ареста.